Всем привет, вы попали на канал Нечай, мы продолжаем срать вам в глаза моим контентом. Извините, пожалуйста, но вам, походу, нравится очередной новый формат. Друзья, мы тут в кадре, как вы видите, я, Герман Эль Классика и Сибскана. Ого, ничего себе. Заступили на неблагодарную почву. Я думаю, у нас появятся новые враги. Мы сидим и оцениваем трансферную стоимость фиферов. Почему? С какого хрена? Все очень просто, они практически уже профессиональные футболисты. А каждый профессиональный футболист, во-первых, должен иметь порванный мениск, а во-вторых, трансферную стоимость. Мы оцениваем каждого фифера-футболиста по 5 критериям. Голевые действия, возраст, медийность, карточка Сибсканы и потенциал. Практически в каждом критерии наши фиферы могут получить максимум 100 тысяч рублей. Но за голевые действия могут получить больше. За гол плюсуем 50 тысяч рублей, за голевую передачу 25 тысяч рублей. А за карточку Сибсканы максимально можно получить 200 тысяч рублей. Там есть где разгуляться. Давайте поймем потолок. Вот самый, как вы думаете, какой самый дорогой игрок по цифре? Мне кажется, это лям, да, для нас? Больше миллиона, мне кажется, это не Unreal. Мы можем писать трансферную стоимость и аренда на один матч. 5 тысяч рублей. Для пробы. Да. Я пробник такой. Всем здорово, ребят. Так, фаворит. Голевые действия. Но у него, насколько я понимаю, есть гол. У него есть гол и. Причем это гол фантом. То есть его может Дима Масленников этот гол рассматривать, и все равно ему будет страшно, мне кажется. Ну, потому что там непонятно, как залетело. И у него есть такая полуголевая, которая все-таки, ну, типа, решено было в голевую. Мной. Как тебе, Дима, фаворит в команде? Тебе, ты как капитан тоже должен оценивать. Ну, симпатичный. Мы же мне... Я напоминаю, у нас капитан пидорасов. Вот, получается, уже Димка набрал 75 тысяч. Хорошая цена, я уже готов его купить. Плюс ему нужно доехать на билет. 77 500, 2500 в одну сторону. Но у фаворита есть козырь. Это возраст. Человеку 7 лет. Ну, впереди вся жизнь. Ну, мне кажется, что ему надо, да, действительно, максимальный ценник за возраст ему накидывать. Это сколько? Ну, наверное, сотку, да? Ну, если мы так. Да. Ну, у нас 75, плюс за возраст мы ему даем соточку, 175. Это я должен проверить. 177. Не забывай, потому что у нас 2000 за билет. Ну, медийность у него такая. FIFA сейчас не в почете. Мы берем на сегодняшний день, да? Ну, да, получается, да. Но в целом он не в забвении каком-то. Ну, да. Он... узнаваемый персонаж. Ну что, мы ему смотрим? Полтинчик накинем? Ну да, он узнаваемый, но не то, чтобы как бы может собирать не зал. Самый популярный, да. Типа... Не то, чтобы крокус соберет. Как. Получается, еще полтос? Зачем ты рисуешь калькуляторы? Потому что я не умею считать. Простые цифры совсем. Карточка Сибсканы. 26 рейтинг фаворита, по мнению Сибсканы. Но учитывая, что Андрей уже сказал, что максимум по карточкам может быть 45-46. Так. А у нас, типа, максимум 200 тысяч за карточку Сибскан. Ну, получается, соточка. Получается, фаворит в середине где-то, да? Ну, 90-110. Слушай, а у него пейс такой хороший? Ну, а ты видел его пейс? Нет, я не успеваю. Я думал, это просто ветер, а это, оказывается, фаворит пробегает. Там мороженое бесплатное. Получается, еще сотку? Да. 327 тысяч. Отличная цена. Я хочу продать фаворита. Че ты присоседиваешься? Я тренер, он кэп. Че ты, блядь, лезешь-то к нам? Я талисман! Я талисман команды, блядь! Потенциал фаворита мы должны обсудить. Так как он молодой, я думаю, что, очевидно, он потенциальный. Тем более, что он активно играет, старается, приезжает из другого города. Говорит, что тренируется. Да, говорит, что... Ну, пока что только так. Но я выучил! Я тренировался! Ну, поставьте в состав! Объективно, он реально... прибавил сильно, вот, по сравнению даже с прошлыми сходками. Стал увереннее, даже Финит отвечает. Через год вообще двинет кому-нибудь на поле, прикинь. Сука! Те справа и слева! В общем, один из самых потенциальных в нашей команде. 80, наверное, можно. Получается, итоговая цена фаворита 407 тысяч рублей. Слушай, ну это круто. Извините, я вас немножечко отвлеку. Я понимаю, вы увлеклись фаворитом. Вы хотите все его сейчас купить, прогуляться с ним в киношку, посмотреть мультики. Но, чтобы это сделать и чтобы быть уверенным в следующем дне, после того, как вы потратите столько денег на фаворита, можно зайти на сайт 1xbet. Это прекрасная букмекерская контора, где можно сделать ставки и заработать много бабла. Больше даже, чем стоит фаворит. Потому что там большие коэффициенты, быстрый вывод средств, огромнейшее количество спортивных дисциплин. Заходите. А чтобы зайти, идете внизу по ссылочке в описании, нажимаете на эту ссылочку и отправляетесь в мир букмекерских чудес. Давайте рассмотрим Ромароя. Здорово, народ! И начинаем, я думаю, сразу с голевых действий. Голевые действия,
5 мячей за 2 матча, это уже полляма с куста у человека. Причем красивых мячей. Но в каждом матче получился красивый гол, он прав. Типа он через себя забивал. Вообще он на пике, его, конечно, быстрее всех надо сбагрить, мне кажется. Ребята, его еще можно переписать, и он тогда еще понороже будет. У него в контракте Денчик прописан. Как Камбаров, да, когда в Спартак переходил, я только с Кириллом. Получается, за голевые действия сколько мы ему даем? 250. То есть, по полтиннику. 250 тысяч. А какого возраста у Громороя? Ну, у него уже преклонный. Ну, 26, по-моему, 25. Ну, пик, наверное, именно. Ну да? Потом только на понижение пойдет. Ну да. Ну нет, ну у него сейчас, наверное, вот, ну, типа, продавать его сейчас, и он явно отыграет еще, типа, сезон 2, а дальше уже все на ум. Мне кажется, Ромаро сейчас слушает. Это, блядь, вызов. Он же все время вот это. Это вызов. Ну все, 10 лет я буду забивать по 50. Сколько за возраст Ромаро даем? Ну, середина где-то. Полтон, да? Он же оптимально, да, полтинничек. Получается, он уже 300 у нас стоит. Следующая медийность. Он только, да, он еще не на пике медийности. Он еще не на пике, вот здесь как раз потенциал у него включится, наверное. Просмотров у него, возможно, сейчас побольше, конечно, но вот узнаваемость поменьше, да? Ну, значит, получается 25, да, Ромаро? Да, да. 325. А карточка Сибсканы? 39. Не, ну это почти максимально. Это почти 200, да, у нас? Но не Герман еще. За сколько продашь мне карточку Ромаро? Где-то 160, наверное. Ну да, наверное, получается 160. Беру! Последний у нас потенциал. У него огромный потенциал в медийности, потому что сейчас он может стать с этого проекта очень сильно стартануть. Неугомонно придумывает новые форматы, которые часто используют следующие, потом фиферы. Угадай же фифера по карточке, он же запустил тут. Развивается и в медийности, и в футболе. Не, я даже думаю, он еще в футболе прибавит в игре. Это 80-70. Ну да, давай 80. Так, 80 тысяч, и получается цена Ромароя 565 тысяч рублей. Уже можно гульнуть нормально. Да. Я знаю, по кому мы быстренько пройдемся. По Нечаю. Я очень рад вас видеть на канале Нечай. 0-0-0. Ну тут 10 тысяч и 0-0. Самое забавное, что не только во всей игре, но и в отдельном эпизоде никто не знает, как сыграет Нечай. И даже он сам порой не знает, к чему это приведет. Голевые действия. 0. Ну, сам знаешь. 0 рублей. Слушай, я затолкал защитника. Это минус, блядь, штраф 10 тысяч. Согласен? 0 рублей, отлично. Возраст. Мне 27. В общем, пора заканчивать. Но я молодо выгляжу. Меня легко переписать, ребята. Пик уже проходит. Ну да, на 30-шку, если на 40. Ну да. 30 тысяч. Нет, я не думал, что это так сложно будет слушать. 30 тысяч. Кость, тебя такой же ждет в следующих выпусках. Мы пока что твои козыри обсуждаем, подожди. Итак, 30 тысяч рублей после двух критериев. Третий критерий – медийность. Я просто хочу обратить внимание на то, когда мы играли с молодой школой фифер, единственному, кому кричали трибуны, это Нечай. Да, это правда. Ну ты, может, не слышал, ты же снимаешь, да, слуховой аппарат, когда выходишь на поле? Ну не максимально, но есть и побольше медийных персонажа, согласен. Плюсовать сколько? 75? 75, конечно. Получается 30, 100, 105, да, тысяч сейчас получается? Карточка Сибсканы. Ты мне там 16, да, давал, или сколько? Или 18. Ну давай не будем озвучивать цифру. Просто скажем, что хуёвая. Просто так изначально он такой, 18-16, напишу хуёвое, потом добавлю цифру на монтаже. 46 это максималка, но 18 это... Ну значит 80-90 тысяч. 80-90, да. Вы поняли, блин? На данный момент я хочу вам сказать, что стою я 190 тысяч рублей. Потенциал. Ну, здесь. 190 тысяч общая сумма продан моего трансфера. Номинально никто же не знает, как ты можешь прибавить. А вдруг ты начнешь забивать? Никто, даже тренер, да, не знает, походу. Не, ну мы можем сделать монтаж какой-нибудь, да? То есть мне что-то надо добавить за потенциал? Не, ну мне кажется, можно. Ну да, давай 1005. Ну, подожди, давай вспомним первые моменты. Я не попадал по мячу при замыкании. Я сейчас. Ну да, у меня есть такое. Я сейчас. Есть касание мяча. Ладно, 10 тогда. О, ес! Я тебе, можно тренерский? 11, да. О, давай. 11 тысяч рублей мы плюсуем. Я доплачу, если надо. И в итоге... Я вскину в общий котел. В итоге Нечай стоит 201 тысячу рублей. Yes! No! Слушайте, до хрена обсудили сегодня. Я надеюсь, этот формат понравится нашим подписчикам. И самое обидное, что и меня должны были успеть обсудить, но теперь вам придется поставить 20 тысяч лайков, если хотите видеть новую серию.
Ой, это как же, так же, сколько возраст Андрюхи. 20 тысяч лет! Спасибо большое, что помогли мне с этим. Помогили. Помогли с этой хренью. Замогилили меня в 200 тысяч рублей. 201. 201, извините, я сейчас, да, продешевился немножечко. Не, ну подожди, ты взрослеешь сейчас, пока ты уже 200. Ну типа... Жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, переходите на канал Сибсканы, на канал Германа Эль Классико. Пишите, чью трансферную стоимость мы должны еще раз оценить. И мы скоро вернемся. А сейчас я пошел тренироваться и поднимать свою трансферную стоимость. Либо понижать. Пу... 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 Пу...